Мария. Мистеру первому, Сен-Канарская колония самого мягкого режима. Дорогой мистер первый, мы скорбим, что не спасли вас от тюрьмы за неуплату налогов. Но вы должны нам заплатить за работу. И немедленно, с глубоким почтением, ну и так далее. Стряпчие Пронера, юристы. Это контора Стряпчие Пронера. Адвокатов по делам налогов? Да, сэр. О, простите, я ошибся номер. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я глаза всех бацилл, отравляющих воздух. Я бич! Да, я догадался, нянька. Что? Ушёнок, Ольга, 100 раз просил, не мешайте, когда я работаю. А если по телеку мура? О, простите, они очень взволнованы. Угодили в раскаленный асфальт, а я спас их. Когда в последний раз вы видели Стряпчую и Проныру? Они диктовали письмо мистеру первому. Вдруг зазвонил телефон. Первому? Это же гений математик. Ему дали 4 кода, он пытался скрыть побочные доходы и не платил налогов. Скройтесь отсюда, пока мое терпение не лопнуло. Я понял. Первый — это тюремный номер осужденного. Он украл адвокатов, чтобы отомстить им. Что ты скулишь? Скажи толком. Там след ноги доисторический. Доисторический? Может, динозавра в 20 веке? Динозавра! Это пика проделки беглых якотяев горшон. Славные ребятки, правда? А теперь погуляем, детки. Эй, а как же эти кошмарики? Разве мы не будем бухлами? Похоже, что нет. Да исторические следы. У меня будет лучший научный реферат в школе. Нечестно. Черного плаща все приключения на одни нудные уроки. Но скоро мы пойдем домой. Мы должны выяснить, куда ведут следы динозавра. Не выдумывай, динозавры давно вымерли. Я знаю. Значит, они не существуют. Знаю. Тогда что ты исследуешь? Следы динозавра. Это я, ваша надзирательница. Спасибо, что вы не пытаетесь бежать. Все развлечения Сен-Канарской колонии самого мягкого режима к вашим услугам. Вот он, номер первый. Сейчас я накрою похитителя адвокатов. А ну, эластичные подтяжечки, примите. Летающий сыщик ловко отстегивает подтяжки. Еще разочек. Расстегивайтесь. Поздравляю, Логочка, феноменальный успех. Следы привели прямо в зоологический музей. Да, у меня такое ощущение, что это не динозавр.